И в продолжение темы. 30-градусный мороз не помешал торжественному открытию нового ФАПа в селе Новочаново Барабинского района. Он появился благодаря областной программе развития здравоохранения. В следующем году на строительство фельдшерских пунктов из регионального бюджета направят 300 миллионов рублей. Подробнее Оксана Тимошенко. Прощаю ваш икон, стрелки, но уже сами найдете ей достойное место, чтобы она у вас была. Ради открытия ФАПа заведующая Олеся Рыжикова раньше срока вышла из декретного отпуска. В такие условия хочется работать. На обслуживание этого фельдшерского пункта 800 пациентов, 150 из них – дети. Это ФАП с жильем для медицинского персонала. ФАП оборудован новейшим медицинским оборудованием, что в свою очередь, конечно же, во многом будет способствовать качественному оказанию медицинской помощи. Медицинская помощь станет ближе для населения. На 130 квадратных метрах разместили кабинеты для приема взрослых и детей, процедурную, смотровую, санитарно-бытовые комнаты. Даже элементарно записать пациента на прием, это мы тратили время, звонили, где-то пациенты сами. Сейчас мы можем это будем делать, то есть в компьютер, через интернет, спокойно записать человека на прием и уже какому-то узкому специалисту. Прежний медпункт располагался в приспособленном здании бывшей музыкальной школы, построенной почти полвека назад. Поэтому новый ФАП в деревне ждали с нетерпением. Новое здание, светлое, новое оборудование, тепло. В том здании в старом заходишь, ощущается, что прохладно. А здесь по-домашнему уютно. 28 новых фельдшерских пунктов откроют в районах области до конца этого года. В 2019 на строительство ФАПов из областного бюджета выделят еще 300 миллионов рублей. В том числе на фельдшерско-акушерский пункт в селе Белово Барабинского района. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, новости ОТС.